Стефания начала готовиться к соревнованиям на сборах в Новогорске. После усердно тренировалась в родном зале в Одинцово. Упорный труд принес свои плоды. Девушка стала серебряным призером всероссийского турнира. Его посвятили памяти двукратного олимпийского чемпиона по фехтованию Сергея Шарикова. Ну, он был очень масштабный, то есть там было очень много человек. То есть обычно там на соревнованиях 100-110 человек, а тут 200 примерно. Было тяжело, переживала. Для спортшколы первая победа в новом спортивном сезоне – отличный задел на год. В 24-м планируют ввести отборочную систему. В конце марта, начале апреля не исключено, что спортсмены будут выступать на первенстве Европы и мира. То есть как бы так федерация международная, но неважно. Мы будем готовиться, мы будем стараться выступать на всех отборочных соревнованиях, которые в России. Для отдыха времени совсем не остается. С 10 ноября у ребят начнутся сборы в Тушино. А в декабре юные фехтовальщики отправятся на соревнования в Санкт-Петербург. Перед соревнованием больше интенсивность боев, то есть чтобы они были готовы именно к соревновательным боям. Задания более такие, боевые, то есть на результативность. Сейчас во всероссийском рейтинге воспитанница спортшколы Стефания на третьей позиции. На будущее планы грандиозные – войти в состав национальной сборной. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».